Думал, обратно закрыл сезон. Раза 3-4 съездил. Да, наверное, еще раза. Да. Погода-то плюс обещает, да? Вот. Речка, это протока, наверное, к Новому году не замерзнет. Да. С такой погодой. Идем обратно на микроджик. Сейчас. Паруса, мачки выставили. А? Мачки выставили. А, ну. Скоро. А на что? На синюю. На синюю? Ух ты, смотри, хороший какой. У меня с первого раза тоже на что? Нет, я там не знаю, что. У меня на мотыля красного. Смотри, смотри, ух ты, там что-то здоровое. Ну, белая рыба. У, да щука это. А не. Здорово. О! Вот это да! Сорожка. Смотри, на что сводила, Мих. Ну, у меня такие же. А. На мотыля искусственного схватила сорожка. Тебе сорогу надо? Нет, сорогу не надо. А? Да. Я рот Вовке отдам. Сорога есть одна. Опа! Сорожка. Ну-ка посмотрим, что там еще даст. Вот он еще схватил, смотри. Ух ты, хорошая какая. Смотри, на этого как льет хорошо. Как его? Ой, это окунь захватил. Ну, окунь возьму. На мотыля, блядь. Не зря я взял мотылька. Я тоже взял только на то. Мотыль. Ну, я тебе дам. У меня баночка, блядь, там. Блядь, а куда я? Блять, летит ты далеко. Попал? О, попал, смотри. Завел, наверное, да, Миша? Под камни. На машинное масло? Есть. Ну, на мотылька. Хорошая конька. Надо, можешь подлиннее его сделать. Вот такие. Не? С первого заброса. Такие. Ну, почему больше вот нет, да, Миш? Сосед стандартный. Где их чуть больше взять? Нет. Вот на Енисея не побольше. Ну ничего, я что-то не ловил. Вот такой мотыль с Алиэкспресс. Думал, уже давно купил. Думал, попробую, дай-ка сегодня возьму. Лежит уже второй год. Она на него берет, оказывается. Да. Сейчас мы насадим. Поменяем резину. Вот так вот сделаем. Тебе дать? Только кто там хватал? Окунь, не окунь.
Окунь. А, нет, сорога этот. И лес, да? Сорога. И лес? А, черный, да-да. Вот такой елец. Вот на такую. Так, Мишка, на. Кто там? Ух ты. Вот такие. И Миша там урвал. Что там как-то так не сильно хватает? Половину съели, блядь. Ельцы ловятся, блядь. На этот, как мотыль искусственный. Это кто-то схватил. Мелковастый. Ох, повел-то. А. А, сорога. А, елец. Ну, елец такой. Бодренький. А? А, сейчас. Ох, ох, ты смотри какая. Селедка. Селедка, держи, Миша. О. А, ну сейчас попробую на нее. Подхватил на бикараса, на этого. А окунь схватил, Миш? Да. Вот на такую стрекозябку. А? Кто-то только не знаю. Ну, кто-то схватил. А, окунь, смотри, Миша, окунь на нее берет. На, надевай. Отдай, отдай, закусил. Одел другую приманку, стал окунь брать. На мотыля. Брала. Брал. Елец. Хватает, ну. Видать, за хвост, что ли, блин. А, за хвост схватил. Большая эта хрень. Это он туда теребит, теребит, блин. Опять, наверное, за резину. Не, заглотил прям, вот так вот, заглотил. Такую резину. Обратно поставил машинное масло, и началось у меня... Вот такие кушка бодрые. На каждом забросе, друзья. На каждом забросе рыбка клюет. Только закидывай. Вон она даже плещется. Ну это плещется елец. Это я не стал на яйца больше рыбачить. Будем ловить окуня. Окунь интересный. Окунь клюнул, а за ним еще окунь бежал. Два окуня хотел за приманку схватить. Вот он, друзья, смотрите. Только забросил, обратно есть.
Вот такие окуни. Опс. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Он поплыл. Пусть бежит. Значит, не наш. Туман такой. Горы вон. Красота красивая. Вот он, опять схватил. Ну, какой хороший, бодрый. Удочку как гнету. Вот он. Такие нормальные окушка, хорошие. Вон. Вот такие. Иди сюда, здесь кидай, Миш. Рыба вся здесь стоит. Вот такие. Ну, здесь кидай. Вон она, яхта поплыла куда-то. Головка-то по-другому идет. Ну, может быть. Вот такие. Кушка хорошая, да, Миша? Вот на такую приманочку. Тоже машинное масло. Урвал? Вымолил. Не отходя от кассы, да, Миша? Не отходя, говорю, да? Где ты там? О, опушка какие. Таких можно брать. О, я тебе говорю. Он стоит только раз взять, он обратно берет. О. Ай-яй-яй. Только упал, а не... Ну да, порога. Гелец. Опа. Так. На их переколомину, блин. В смысле, лежала, что ли? О, хорошенький. Трамвайчик. Водный трамвайчик. Опёр. На стоячку, блин. Только упала приманка. Есть. Бах, ударил. Он только положил, он бух уже. Лежа хватает. Без проводки. На дно падает, он хватает. Специально остановил. Я вот даже по удочке смотрю, он сам дук-дук-дук удочка клюет. Даже я проводки не делаю.
Вот он есть. А? Парус не поплыл. Сошел? Рыбалочка, да? Сидишь на камушке. И ловишь потихонечку. И ловишь. Помаленьку. Сидишь на камушке. Опа-на. Уже ведро наловил. Что не было? Да? Плюсовая температура. Завтра будет вообще плюс 3. О, как легко было. Было. Кто у тебя за язык тянул? Весь день думал об этом. Да. Давай пильку забрать, гараж поставить. Ну, дровяную такую. Ага. Буржуйку? Но она не буржуйка, она квадратная и с двойными стенами. Еще ага. Песком просыпанная. Ага. Это у меня товарищ. Красота! Вокруг такая. О. Красотища, и рыбка клюет. А у меня что-то как-то перестало. Сука только сказал. Ну, он говорит, не говорит так больше. Так, ну вот, сколько поймали. О, пакета точно уже. О, рыбы. Охуней. Все, солнце село. Садится, то есть. Вот такой заказ. Вон гость.